Одним из мероприятий в рамках событийного тура «Путешествие на полюс холода» стало научно-практическое совещание. Об этом в сюжете далее. За круглым столом собрались представители науки и Русского географического общества. Общественность не только с интересом прослушали доклады специалистов, но и вступали с ними в дискуссию, дополняли своими сведениями. Живой интерес вызвали доклады о современном состоянии северного домашнего оленеводства и тема «Коренные жители и промышленные компании. Опыт проведения этнологической экспертизы». Обеспечение обороноспособности Советского Союза и на социальные аспекты, тем более на отношения и жизнь коренных жителей, внимания не обращалось. Только в начале 21 века в стране и в республике были созданы законодательные механизмы, когда защита интересов коренных жителей при промышленном освоении стала разрабатываться прежде всего в форме экологической, а затем и этнологической экспертизы. На мероприятии присутствовал министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, НВК Саха, Усть-Нера.